Лэр, Стив у нас еще не дорос. Во развели тараканов, во развели, просто жесть. Говорили же, говорили, убирайте хлеб в хлебницу. Тараканы заведутся. Тараканов теперь сложно вывести. Кучка тараканчиков, таракачка кучка. Кто берет билетов в пачку, тот получает кучку таракачков. Resident Evil. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами этот трэш под названием Resident Evil Gun Survivor 2, Код Вероника. Итак, мы с вами прошли режим аркады, мы с вами прошли режим пещеры, там в каждой главе по одному заданию мы прошли с вами. Вот, и у нас открылся режим противника, давайте посмотрим, что это такое, что из себя это представляет. И если зайдет, то попробуем пройти. Итак, проходить будем, короче, за Клэр. За Клэр. Стив у нас еще не дорос. Вот. Проходим, короче, за Клэр. Смотри, у нее, короче, есть пистолет. У нее бесконечные патроны. У Стива тоже есть люгер, но смотри, у него здесь мало вообще всего оружия. Так что в топку его. Вот, продолжим, начнем рубить за Клэр. Так, у нее есть пистолет, есть арбалет, есть калаш, есть магнум. Давайте. Возьмем, короче, Клэр, вот. И мы можем взять всего лишь одно оружие, получается. Наверное, возьмем, короче, магнум. Он самый мощный. В принципе, ну хотя арбалет тоже мощный, но блин, надо четко попадать, чтобы он взорвался и чтобы, ну, снаряд взорвался и нанес урон. А магнума можно, короче, убить сразу в подряд несколько врагов. Так что давайте возьмем магнум, вот, и начнем. Я сразу сохранюсь. Так, урок первый, нападение. Что за урок? Что это значит? Что это, мать его, значит? Так, ладно. Жуки-тараканы. Огонь. Погнали. Куда огонь-то? Ну, огонь так огонь. А, погоди. У нас 4 минуты, короче. А, надо этих тараканов, что ли, убивать? Ладно, допустим. Убиваем тараканов. Но здесь, блин... Да, здесь бы не помешал, короче, нам с вами дробаш. Здесь бы не помешал дробаш. Но если сейчас, короче, не зайдет, я не могу попасть по этим тараканам. Просто не могу попасть. Сколько? Мне какой-то определенный счет надо набрать или что? Или мне надо... всех очистить от тараканов все здесь. Или за определенное время какое-то количество очков не надо набрать. Я что-то не могу понять. Во развели тараканов, во развели, просто жесть. Просто жесть, развели тараканов, мать. Говорили же, говорили, убирайте хлеб, убирайте хлеб. Хлебницу. Тараканы заведутся. Тараканов теперь сложно вывести. Сюда бы дихлофоса. Пару баночек. А, смотри, я всех походу загасил. Или определенное количество очков. Я не знаю. Я не знаю, как это работает просто. И, короче, ну, мы сами, с вами в любом случае справились. Так, окей. Хорошо. Задание пройдено. Давайте взглянем, что дальше. Зачистка. Урок 2, зачистка. А! Короче, мы с вами... Клэр у нас нанялась... убийцы тараканов. Да. Здесь, короче, стоило все-таки взять, наверное, дробаш.
кто ж знал, что мы будем тупо, короче, убивать тараканов? Жесть. Я не знаю, что было в голове у разрабов, что они решили, короче, просто сделать режим противника убийствами тараканов. Просто. Почему не могу попасть? Блин, здесь, знаешь, хреново то, что цель только вот прямо. Цель только прямо. Так, погоди, а у меня же... Время продолжается ли заново началось? Я что-то не обратил внимания. Погоди, вот здесь еще, смотри, кучка. Кучка таракачков. Таракачков кучка. Кто берет билетов пачку, тот получает кучку таракачков. Да блин, вот знаешь, один вот бегает и по нему уже не попасть. А у зробаша я бы его снес. Я бы ему снес голову, просто четко голову. Так, погоди, вот здесь нет никого, здесь нет никого. Вот здесь бегает. Готов. Так, и вот этот. Последний, да, остался? Жесть. Просто жесть. Это надо придумать просто. Просто придумать то, что... Просто убивать, короче, тараканов. Я надеюсь, следующий уровень он будет убивать уже не тараканов, а кого-то другого, потому что это, блин, реально дичь какая-то просто. Чисто таракашек мочить. Ну-ка давай. Месть Роуча. Нет, смотри, опять тараканы. Жесть. Я вот вообще просто жесть. Я не понимаю. А сколько интересно всего уровней? Блин, мне не попасть. Во, прям в кучу. Во, хорошо. Хорошо влепил. Да. О, смотри, какая куча. Мочи. Туда просто надо целый поезд дихлофоса кинуть в эту кучу. Жесть. Так, вызывали этих... убийц насекомых? Или как это называется? Дезинфекцию вызывали? У нас новый способ выводки тараканов. Убиваем, короче, тараканов с магнума. Выводим тараканов с магнума. Жесть. Просто. А самое такое, огнеметом бы сейчас. Огнеметом. Хотя, вообще, тараканы, они живучие твари. Прикинь, таракан может выжить даже после взрыва ядерной бомбы. Прикинь, да? Знал такую штуку? Я где-то вычитал, помню. Эту фишку, короче. Так, у меня 2.5 минуты, чтобы уничтожить этих ползучих тварей. Блин, не попал. Хорошо попал. Так, и где тут еще куча? Так. Блин, ну вверх уполз. Так, хорошо, этого загасил. Че, один остался? Хорошо. Просто жесть. Это просто жесть. Режим противника 3. Так, интересно, сколько там? Сколько режимов? Сколько здесь заданий? Задание пройдено. Отлично, хорошо. Шикарно. Так. Ну-ка. Урок 4. Я мир насекомых. Я думаю... Просто жесть. О, смотри, понеслась. Бабочки разродились. Бабочек убиваем. Мотыльки. Блин, помимо того, что... Хлеб не убрали. Они еще, короче, и пальто, короче, хреново в шкаф убрали. Видишь, моль завелась.
Просто реально, я чувствую себя дезинфектором в мире, короче, резидента. Не, вот реально. Я хреново выбрал, короче. Надо было просто. Ну кто ж знал? Надо было дробаш выбирать, но кто ж знал? Блин, эти там. А вот как вниз-то попадать? Я вот не. Видишь, они внизу там шастают, и все. Если они будут постоянно вот так вот внизу, знаешь, или наверху шастать, то все, я хрен попаду. Так, хорошо. А время, кажись, дают с каждым разом все меньше и меньше, да? Я так понимаю. Так, что у нас здесь? Что здесь по тараканам? Хорошо. Хорошо. Вот так вот наискосок хорошо. Сразу убиваешь целую кучу этой швали. Так, о, смотри там, в углу размножаются. Надо по-быстрому убить, да, а то они там начнут сейчас размножаться, и их будет просто километр. Так, хорошо. Просто видел, когда там километр тараканов. Так, есть здесь? Есть еще что? Где там? Все, отлично. Я мастер своего дела. Просто мастер своего дела. Мастер дезинфекции. На цешку мы прошли. Мастер дезинфекции, мать его. Ну давай. Давай продолжим. Сохранюсь. Я думаю, 5, наверное, 5 этих. Последний урок. Да, последняя схватка. Ух ты, ух ты, ух ты! А вот это уже. Это уже сложнее. Лазеры тут появились. Короче, эти тараканы используют нанотехнологии. Тараканы используют нанотехнологии, чтобы хавать хлеб. А погоди, вот эти штуки их. Нет, я их не смогу убить, да? Ладно. В принципе, несложно. Они вот до этого угла не доходят. О, смотри, сколько их там. Бах, просто в кучку. Хорошо. Ну, осталось. Погоди, вот этот угол я все очистил? Вот этот угол я, походу, очистил. Так, хорошо. Да херня. Это не сложно, в принципе. Мне единственное напрягает, что может времени не хватить, а так нифига не сложно. Последняя схватка, я думал, здесь будет, короче, этот босс какой-нибудь. Так, не вижу. Я не вижу таракашку. Так, хорошо. Погоди, а я больше тараканов не вижу. Где, ползает где-то еще? Нет. Может, вот эту штуку надо уничтожить? Нет. Так, давай-ка с этой стороны посмотрим, может, здесь таракашка бегает какая-то. А, вон он. Легче простого, просто легче простого. Это просто. Б. Я ранги не понимаю, А, это, наверное, хорошо. Б, это, наверное, средний. С, это хреново. Я так понимаю, да? Думаю, наверное, скорее всего. Почему-то так, я думаю. Окей. Все уроки окончены, поздравляем. И это все? Интересно. Что там открылось? Ну-ка, сейчас посмотрим, что там открылось. А, может, там какой-то другой режим открылся? Конец игры. Все? Гранатомет доступен в режиме противника. Опа. А, и все, да? И все. Так, смысла сохранять нет, потому что у меня все равно не сохраняется. Так, давай-ка взглянем. Просто. Я просто взгляну, короче.
Так, гранатомет доступен, было написано в режиме противника. А, за этого, за Стива. А Стива гранатомет. Так, погоди, у Стива есть дробаш, да? Ладно. Давай-ка попробуем дробашом. Погоди, я возьму дробаш. Ну, просто так, на, знаешь, на всякий случай. Я не буду, и, если то же самое, я не буду проходить. Нападение. Здесь просто, наверное, ранги набивать, да? Понятно. Просто попробую, короче, дробашом, как это будет. А, дробаш, смотри. Да не, что-то... Магнум МТУ как-то лучше было. Фи какая-то фигня. Магнум МТУ хорошо. Магнум МТУ лучше. Ладно. Мы это уже прошли, короче, и... Смысла я не вижу. По новой это проходить. Так что... мы заканчиваем, короче, пока. Пока заканчиваем. Это значит, получается, будет у нас финальная серия. Пока мы заканчиваем с Resident Gun Survival. Если вам интересно и вы хотите, короче, чтобы я вернулся сюда и прошел режим, короче, пещер, вторые задания, там посмотреть, что там дальше будет, будет ли третье задание. Вот. Пишите в комментариях, типа. На предложении. Надо, не надо вот эти сокровища искать это, и т.д. и т.п. Я попробую. Вот. А пока, пока мы с Резидентом заканчиваем и увидимся уже в следующих играх. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. И с вами был Валерий. Всем пока.